будем ходить. Заветный момент. Мяч в воротах соперника. В Ульяновской области зародилась новая традиция. Ежегодно на футбольном поле собирать воспитанников детских домов. Сегодня здесь нет проигравших. Каждая команда получила спортивный инвентарь и сладкие призы за волю к победе. Очень много детей, вот когда я поехал по детским домам, то есть они именно обрадовались данному формату турнира. То есть они никуда практически не выезжают. И я хочу сделать этот турнир как бы ежегодным, на постоянной основе, чтобы он был уже прописан в регламенте. А вот за главный приз придется побороться. Катя Рыкова на поле единственная девочка. 30 парней соперников ее ничуть не пугают. От них Катя научилась основным приемам и с полной уверенностью отстаивает честь команды. Футбол – это достаточно увлекательная игра, она очень подвижная, в ней уходит много энергии, но мне она просто нравится. Футбол – это вообще очень эмоциональная игра, здесь есть и победа, поражение, много очень эмоций, командная игра – это самое главное, как я считаю. Для детей созданы все условия. 2 года назад при поддержке администрации частного партнерства поле комплекса «Новое поколение» отремонтировали, закупили новые ворота и трибуны. Была проведена полная реконструкция. Вот было постельное замечательное покрытие. Ну, в общем, все полностью отремонтировано и стало пригодно для проведения вот таких замечательных мероприятий. Улучшение инфраструктуры стало стимулом для развития футбольного отделения на базе спортивной школы Засвияжского района, где и проходил турнир. Александра Никитина, Юрий Ломатов, Управда ТВ.